Всем привет, дорогие друзья! Вот мы и добрались наконец-таки до нашей избушки. Выехал сегодня с ночевой, здесь останусь. Все приходится с собой таскать, лампочку, аккумулятор, все убираю. Если что-нибудь оставишь, по-любому утащит. Так что сейчас первым делом мне надо обколотить здесь. Здесь обколотить фольгой, купил фольгу специально, ну, для прослоек между печкой и стеной, и поставить печку, закочегарить. На улице минус 10 где-то у нас. Все, зима пришла к нам, уже потепления вроде нету пока что. Все уже соскучились, наверное, по избушке. Сам уже соскучился, давно уже здесь месяц, наверное, не был. Но я приезжал как-то здесь, хотел видеоролик снять, но не получилось там по обстоятельствам. Вызвали на работу, и пришлось свернуться, уехать. Но не зря приезжал, потому что дверь была закрыта. Видимо, птички залезли в это. В дырку вот в эту. Дымоходную. И две птички здесь летали, не знали, как выбраться. У меня здесь была каша, хоть покушали. И вот, вовремя приехал, открыл дверь. Сейчас больше не буду закрывать. Они залететь-то залетели, а выбраться не знают как. Да уж, не знал, что птички. Не ожидал, что могут залететь сюда даже птички-то. Ладно, приступаю к работе. Резину тянуть. Время 10 часов утра. Вот такая фольга отражающая. Также надо будет фронтон еще заколотить, утеплитель, который с бани, с походной, оторвал, взял сюда, обколотил фронтон. Короче, работы много еще тут. Хотелось бы, конечно, потолще, но не было. Вот такая-то легче. Думаю, не загорится ничего. А в два, наверное, в три слоя сделаю. Сейчас сразу же иду на заготовку дров, растапливаю. Надо бы побольше дровишек заготовить, чтобы зимы по сугробам не ползать. Под избушку наложу. Почему-то постоянно пишут, что трубу надо нарастить вверх, чтобы она была. Я много смотрел видеороликов, у кого так вот в бок она выведена и нормально топится. Да, у меня вроде тоже нормально вот здесь в стыке пока что дымит. Посмотрю. Может, я это... А, ее подальше, наверное, просто затолкать надо, и все. А так, не дымит, ничего, нормально все. Не знаю, может, потом давление возрастет зимой. Ну, не проблема. Колено куплю. Вверх еще метр, и все. Нормально будет. Посмотрим, короче.
Так, тут обмотал, сейчас не дымится. Тут, походу, колено не такого размера купил. Блин, поменьше немного. Надо другое купить. Ну, а сейчас и проверим, тепло будет или нет. На улице минус 10. Блин, градусника нету. А принести градусник. Ну, уже чувствую, что температура плюсовая стала. Топится еще 10 минут, 15. Это там комментаторы говорили, что замерзнут тут зимой. Я говорю, люди в палатках зимуют. И ничего, никто не замерз. А тут утеплителем все обшито. Плюсом бревна. Какие-никакие все равно стены. Так что нормально все. Так, дровишек заготовим. Найти еще надо. Тут, когда масло покупал, мне этот продавец говорит, что много слишком не разбавляй, говорит, разбавленное масло бензином, ой, бензин разбавлен маслом, 2 недели, говорит, примерно, а потом масло как бы выдыхается или растворяется, короче, и уже один бензин остается, а я раньше и не знал даже, так что если вдруг кто не в курсе, помногу не разбавляйте. А я думаю, что у меня потом пила орёт, она на чистом бензине работает, наверное, потом. Вот здесь валёжина свеженькая. Сейчас её и напилим как раз неподалеку от избушки, еще поищу, может. Это сперва чурок напилил, потом думаю, таскать-то удобнее такими жердями. Сейчас жерди туда натаскаю, да там уже пилить буду. Таскать-то намного удобнее. Волокуш у меня там, это, землянки. Надо бы их сюда притащить. Может и в землянку как-нибудь пойдем, так там пригодятся тоже. Там дрова еще дальше таскать. Купить еще одни. Зашел отдохнуть. Жарко, даже дверь открыл. Ну, в курточке, я имею в виду. Если раздеться, то нормально как раз будет температура. Вот полчаса уже жара. Режим тления поставил печку. Так потихоньку топится. Чтобы кочегарить не минус 30 на улице еще. Сейчас отдохну, да. Дальше пойду пилить. Запах еще присутствует. Еще полностью не обгорела печка. Маленько есть запашок. Ну, от новой печки, когда еще не протопилась. Не обожглась толком. Хотя вроде краска такая огнеупорная, как бы. Не знаю, но запах есть еще. Думаю, сегодня обгорит точно. Как раз пока на улице занимаюсь. К вечеру уже нормально будет. На первое время, думаю, достаточно будет. Сложу, там как раз есть хороший дровник. Само то.
Ну, так как я редко сюда приезжаю, на полосе зимы мне хватит. Сейчас надо какую-то колоду найти, спилить толстенькую, чтобы колоть дрова. Эти уже в избушку сложу. Топорик, конечно, у меня не колун. Ладно, пойдет, поколем. Подольше придется поколоть. Еще колун с собой возить. И так барахла полная. Полная машина. Сарай перекусить. Время уже 16:00. На обед, так называемый. Килька у меня сегодня. С батоном. Хотел что-нибудь готовить. Но что-то неохота. Может, вечером. Что-нибудь постелить на стол, конечно. В землянке так не посидишь, в окошко не посмотришь. Сон час. На улице снег валит. Что-то вроде плюсовую температуру обещали. Что-то мне кажется, уже не будет плюсовой температуры. Уже все подмерзло так хорошо. Земелька уже схватывается. Наверное, все уже. Зима пришла. Ладно, хочу коврик здесь сделать, чтобы разуваться можно было. Ходить без обуви. Ноги отдыхали. Для фронтона зашивать. Здесь жарко даже вверху-то. Дверь открыта вроде. Надо по одному поляшку подкидывать. С утеплителем тепло, это спору нет. Единственное, да, вот согласен то, что уже нету этой эпичности, этого лесного этого ощущения, как в избе, которая вот из курвляка сделана, там стены
Ну, такие вот. Здесь как бы, ну все, утеплителем обшито уже. Ну, я планирую досками еще потом обшить. Не знаю, когда только. Но со временем, думаю, обшивать буду досочками еще. И тогда будет уже эпичность обратно появится, лесная. Капец, жарище. Наверху здесь. Вспотел я еще вынательно. Так, что вот так вот. Ну ничего, пока такая пушка. Посмотрим, поживем, увидим. На следующий год еще что-нибудь, может, сообразим. Уже более капитальное. Конечно, хочется попробовать пас в пас. Срубить избушку. Как нормальную избруду. Попробовать. Ни разу не строил такую. Ну, не пас в пас, она как называется. В чашу избы рубит. Готовенько. Жарища неимоверная. Так что, друзья, от свободного времени еще тоже, конечно, все зависит. Эту избушку тоже приезжал, рубил. Там в единственные выходные свои делал, строил, приезжал. Вместо того, чтобы отдохнуть. Все еще тоже во время упирается. Свободного времени, чтобы побольше было, конечно, можно забубенить избу. А если так, раз в неделю, там, когда выходной, долго придется строить, мне кажется. Пойти тайник покопать, что ли, попробовать. Поставить день, здесь место выбрать. Снег что-то вообще валит и валит. Если будет так продолжаться, боюсь потом не выехать отсюда. Вот по такой дороге заезжаю. Но вроде еще ничего. Тут по краю проезжаю. Снег валит и валит. Ладно, посмотрим. Будет продолжаться идти. Буду когда собираться выезжать. Иначе не выехать потом будет. Фух. Ну все, яма готова. Достаточно будет где-то сантиметров 60 в глубину. Печка, еще что-нибудь можно ложить даже. Вокруг не буду показывать. Она, это же тайник. Сейчас надо крышку еще сделать. Доски там у меня есть. Крышкой буду закрывать. Листьями прикрывать и все. Нормально. Досочки-то еще есть. Ну вот, как-то так. Осталось листьев насобирать сухих. Темнеет уже.
время 7 часов. Снег так и валит все. Ё-моё. Ну все. Если не знать, что здесь тайник, так и не найдешь его. Раз, все. Готово. Все, что сегодня задумывал, все сделал, даже больше. Спокойная ночь. Сейчас полежу, посмотрю, если снег не прекратится, то поеду. Если кончится, то утром поеду уже.